действительно у нас очень протяженная улично-дорожная сеть в частном секторе, и мы уделяем большое внимание этим дорогам. В 2013 году мы закупали всего 1000 тонн щебня. С 2014 года я дал поручение, мы стали закупать 2000. С 2014 года, то есть фактически в два раза увеличили количество работ, проводимых в частном секторе. И в этом году также уже на сегодняшний день уже уложено 1800 килограмм щебня, тонн щебня. 23 километра в этом году отградировано и подсыпано дорог. Но, как мы видим, это, в принципе, недостаточно. И я думаю, что в следующем году мы будем договариваться с депутатами, убеждать, что необходимо еще на 1000 тонн увеличить количество щебня на отсыпку наших дорог в частном секторе. И я думаю, что за несколько лет мы эту проблему решим.